На территории нашего предприятия имеется три охраняемых объекта или памятника природы, так мы их называем. Это геологический разрез в долине реки Алпух, находится в Камрадском лесничестве, непосредственно в Камрате. Обнажение баурчинских глин в Кангасском лесничестве, урочище Баурчи. И Чедорлунские овраги. Они находятся непосредственно в самой Чедорлунге. Эти памятники природы, к ним, как бы так сказать, их определили как памятники природы уже давно, больше 30 лет, потому что они являются своеобразным, будем так говорить, визитной карточкой именно наших нашего гагаузского рельефа и нашей природы. Вот. У нас когда-то было и вековые дубы, у нас в роще Киет, но их передали в Кагульский лесхоз. Есть у нас на территории Гагаузии и заповедник, который включает в себя очень более 100 видов травянистой растительности. Находится в Буджаке, и весь спектр имеющейся растительности травяной по Гагаузии представлен именно в этом участке. Ну, я не знаю, закреплен ли примарией Буджака конкретный человек или конкретная группа лиц, которая охраняет, не владеет этой информацией, а у нас охраняют эти памятники непосредственно лесники соответствующих обходов.